Более 100 спортсменов собрал на своей площадке чемпионат Якутии по самбо. Среди них представители 12 спортивных клубов из 9 районов республики, а также борцы из Монголии. Впервые чемпионат прошел в 2001 году, с тех пор он стал ежегодным спортивным событием. Кроме того, в этом году его посвятили 70-летию спортивного журналиста и комментатора Вячеслава Степанова. В своей карьере он уделял большое внимание легкой атлетике, вольной борьбе и боксу, но это не помешало ему приложить руку и к становлению самбо как вида спорта в республике. По этой причине чемпионат получил имя известного журналиста. И с огромной радостью мы ежегодно в этом чемпионате участвуем, смотрим, радуемся достижениям. Конечно, почему, если сказать самбо, то самбо, как говорится, удивительно интересный вид спорта. Этот вид спорта, где выполняет кандидата мастера спорта, очень престижный и из года в год растет среди спортсменов участие и стимул среди спортсменов.